На, туда, куда? А, встань! Всем привет! Сегодня мы играем в GTA 5. Да, давненько мы не играли в эту прекрасную игру. Ну что, пора уже наконец начинать стримы снимать. Стримы снимать? А есть на что? Есть. Итак, ребята, микрофон для стримов. Fine. Ampli Game AM6. Распаковочка. Итак, в нашем распоряжении настольный микрофон FiFine. Для стримов, летсплеев и прямых эфиров. Комплектация. Микрофон, поп-фильтр, провод и инструкция. Самое время проверить в работе. Бам! Сделано! Микрофон реально крут, объясню почему. Микшер от игры к чату. Громкость микрофона и громкость наушников. Микрофон имеет поворотный механизм. В двух плоскостях. Уменьшение звука. Раздел для наушников. И... изменение подсветки. Огромный выбор цветов в RGB подсветке. Простой, но очень продуманный микрофон. Положение микрофона можно зафиксировать. Съемный поп-фильтр. Кстати, подставка прорезиненная. Включение и выключение микрофона. Игровой USB микрофон FiFine AM6. Это удобный настольный игровой микрофон. Для летсплеев и стримов. Это крутая новинка от FiFine. Для геймеров и стримеров. Пора проверять его в деле. Let's go! Где нашли? По ссылке в описании к этому видео. Да, слушай, микрофончик что надо. И, кстати, звук сейчас прямо на нем. Я же говорил, он хороший. А вы, ребята, зацените. Кому понравилось, забегайте по ссылке, оставим и в описании, и в закрепленном комментарии. Да, ну а сегодня у нас... Мы пока болтали, я увидел... копейку разбитую во дворе, кем-то брошенную, еще и заведенную. Вау, давай-ка заберем. И без двери? Давай-ка заберем. А она на ходу вообще? Давай забирать. Надо ее на ремонт. На ремонт тащить, ребята. Давай откроем багажник. О-о-о-о, а ты что-нибудь слышишь? Да. О-о-о. Теперь гарнитурка у нас есть. Так что хорошо. Да, ребята, FiFine рулит. FiFine, вот, много вот, эта компания вот присылала нам и наушники, и еще один микрофон. FiFine вещь. И еще второй микрофон. Погнали налево здесь. Микрофон и наушники от FiFine. FiFine, спасибо тебе. FiFine. FiFine, да, забыл упомянуть. Это важно. Спасибо вам огромное, FiFine, за то, что вам прислали. У нас была уже гарнитура с микрофоном. Был микрофон на подвесе, тоже стримерский. И теперь еще вот этот AM6. Забегайте узнавать, что такое FiFine AM6 Ampli Game. Чисто для начинающих геймеров, если вы хотите, вот, пожалуйста, вам вариант бюджетный. А мы как раз его тестируем. Даже есть подсветка. Подсветка крутая. RGB. RGB подсветка, это прям супер. Вот пока мы едем, мы рассказываем, что, на что мы снимаем. Так что, если что интересно, забегайте в комментарии, задавайте вопросы.
на что снимаем, на чем монтируем, во что говорим, да? Да. Во что слушаем. Итак, ребята, мы подъехали уже к кастому. Сейчас, кстати, интересно, сколько будет ремонт стоить. Потому что бывает, что и за 1000 долларов нам машину ремонтируют. Да, может быть такое. Но вообще обычно там за 400, может быть. Но 420, нормально, копеечка. Да, 420 спокойно. Ну погнали, усиление, тормоза, движок. Надо будет перекрасить, однозначно цвет очень грустный. Твой любимый. Клаксончик. Так, ребята, предлагаю в зеленый. Такой чисто копеечный, вот, нет, вот такой, нет? Во! Да. Вот это классический цвет копейки. Плюс красный, синий и белый еще. Колеса, кстати, можно махнуть. Обычно мы в последнее время не меняем колеса. Да, обычно мы не меняем. Оригинал оставляем. Вот он, красавчик, обновленный. По банке проехал. Так, давайте откроем капот, посмотрим, как выглядит машина. И багажничек. О! Ну, красота же! 50 лет машине, красота же! Погнали, у нас уже тут на хвосте кто-то. Видимо, кто-то бросил, угнал эту машину, да? Да, по-моему, кто-то угонял. И уже хозяин вызвал, а поймать пытается уже нас. Не мы ее воровали. Да, не мы-то ее воровали. А ловит-то и нас. Просто мы взяли не то, что нужно. Мы, как обычно, хулиганим, да. Оказались не в том месте, не в то время. Да. Погнали, ребята. Сколько продержится копье? Должна вообще... Стекла уже пробиты. Оно у нас капец какая лютая. Кстати, не очень едет. Вот смотрите, мы ее максимально прокачали. Медленно прям. Не наваливает. 60 километров, ну, не. Не наваливает, ребят. Слабовато. Ну давай, ускорение. Ну это ускорение мы сейчас врубим и просто улетим, смотри. На! Туда! Куда? А! Встань! Она взорвалась сразу же, ребята! Долго не жила! Не жила долго, ребята! У, ребята! Как же она быстро загорелась! Придется спавнить. Что делать? Вот взяли просто. Смотрите, ребята, просто. Как же так-то? Стоковую копейку. Как же так-то, а? Тихо. Прям не дожила. Что-то быстро как-то. Ребята, очень быстро. Да, здесь она в десятку даже не вошла. Не вошла в десятку. Не вообще в десятку, она медленная. Она, наверное, в сотке. Еще понимаю, там, не знаю, может какая-нибудь Лада Веста Кросс там. Или а мы так любим наши вот эти, классику нашу. Вот там, я понимаю, Лада Веста там, не знаю. Вот, короче, подвела по скорости, прокачка не помогла. Еще бронь вообще просто. И бронь вообще не помогла, сразу взорвалась. В общем, ребята, ускорение. Вот так продавливаю. Капот оставили на нем. Я даже вообще не удивлен. Что она развалилась? Почему? Ну, именно я думал, она будет хотя бы как-нибудь жить, но она... Ну, семерка вот хорошо жила. Семерка, да, семерка хорошая. Но у нас, ребята, еще есть такой вариант милицейский. В следующий раз попробуем ее. Я знаю, вы просите джету, просите, но не всегда интересно снимать. Мы видим, что не всегда заходят эти машины, поэтому вот классика. Советские тачки всегда заходят. Мы разбираемся, да, как ей надо снимать. Продавливаю его. Ой, какой прыжок. Это вообще дрифт жесткий был. Ты видел, что произошло? Нас выкинуло, пока мы давили. Аккуратненько здесь. Да, машина, кстати, этот без брони живет больше. Да, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, как спиной-то. Побежали, где наша машина? Где наша машина? Дайте нам нашу машину, где она, где? Вот она, садись. Садимся, да. Заводи, поехали. Ребята, ну тут только читерить. Только читерить, больше она не едет никак. Смотри, подталкивает. Ты смотри, у нас льется. Загорелось, удар, подкинуло. Это что такое над мостом? Такую финалочку я не ожидал. Бульк, и потухли. А че? А зачем мы выскочили? Можно было ее зафиксить. Но она бы все равно не выехала. Вон, на дно пошла.
Теперь начинается самое интересное, твое любимое плавание. Да. Вот Игорь нас любит. Дайвингом хотел бы заняться? Вообще круто, надо попробовать, да? О! Лодка, да. Чья? Давай посмотрим. Неужто полиция? А как она? Как будто она с неба свалилась. Видел, как булькнула? И, кстати, не работают винты. Почему она стоит? Давайте посмотрим, что это такое. Ох, как из воды выпрыгнул. Да, это полиция, ребята. Это полиция. Но тут самое время, ребята, заканчивать, я думаю. В общем, потеряли две машины, полиция нас не взяла, сейчас будем плывать. Ну, молодец. Вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Игорюш не груши, и до новых встреч. Не забудьте зайти на канал, поставить лайк, подписаться, ну и выбирайте микрофончик.